И когда вам предлагают консультация психолога, прийти на групповые тренинги, очень часто женщина думает, это пустая трата времени, это лишнее, зачем мне это надо, как я буду себя чувствовать на групповой терапии, я не хочу раскрываться, я не хочу рассказывать о себе. И женщина от этого становится зажатая. Вот. А когда она приходит на тренинг, она чувствует, что здесь такие же женщины, как и она. Где она может также поговорить и как она почувствует, что эти люди, они понимают ее. Потому что ее окружение, даже на работе, даже ваши родственники, даже самые близкие ваши друзья, они вас не понимают. Почему? Потому что они не столкнулись с этой ситуацией, они не столкнулись с этой проблемой. А на групповых тренингах именно такие же женщины, которые прошли, возможно, такой же путь, который проходите вы. И как не они вас лучше понимают. И очень часто женщины говорят, я даже не ожидала, что я после этого тренинга получу такое удовлетворение, такое наслаждение, такую радость, что я буду чувствовать, что мое тело расслабленное. И мне так хорошо становится просто от того, что я побывала именно на групповой терапии. И мои женщины, которые были рядышком с нами, это такое поле единомышленников, да, которые все понимают и которые прошли такой же путь, как и я. И они меня не осуждают, они меня не сравнивают, они не хотят меня чему-то научить, а они понимают все, что я прошла.